I'm in love with your body. I'm in love with your body. Парк. Наконец-то мы доехали до сюда. Лира тоже будет снимать влог. Повторюсь, переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на ее канал. Вот так выглядит Сочи парк. Что это за арена вот эта? Сзади нас еще одна арена, еще вот эта вот. Мы куда-то идем. Смотрите, вот тут вот зажигали огонь олимпийский вот на вот этой вот штуковине. А там, так я понимаю, футбольное поле построили к 18-му. Может, оно было, смотрите, сколько флаг. Россия. Ой, Россия, говорю, стран разных по кругу. А где наш? Наш где-то, как всегда, вон самый первый. Здесь зажигался в Сочи огонь. Арена, мы видим гоночную трассу. А вот там Диснейленд вдали. Как бы Диснейленд. Вот эту трассу, так поняла, строили к 18-му году, потому что там висит плакатик. Там висит плакат FIFA 18. 2018. Большая арена. Мы подошли к такому стенду напротив всех арен, напротив прям главного огня. Это стенд, где все золотые медали показаны, кто получал. Например, Алексей Проньков, Россия. России вот такие медали. Это золотые. Это серебро и бронза. Тут, кстати, не только мы, тут есть ну, Россия и другие страны всякие. Итак, всем привет. Это уже утро. Мы наконец-то приехали в Сочи. Да, мы сами не поняли, что мы в Сочи. Мы знаем, что это юг, потому что здесь есть пальмы. Посмотрите, какие красивые пальмы. А еще, где мы сейчас находимся, вот в этом доме, это больше похоже на то, что мы находимся в садах. Нет такого чувства, что мы в Сочи почему-то. Кстати, вот еще пальмы, смотрите, какие красивые. Ну, я вам их покажу отдельно. А вот это вот сады, где мы сейчас находимся, и похоже, что мы в садах, а не в Сочи. Собрались тут богиня и принцесса. I'm princess. Вот вообще про что я вам говорила, тут вообще как будто сады. Здесь растут пальмы, но мы туда не подойдем. Я даже не знаю, как мы вообще подходим. Ладно. Тут двор еще не достроенный. А сейчас мы вам с вами рассмотрим пальмочку. В Геленджике почему-то пальмы такие не растут. Мне всегда было безумно. Я еще чуть-чуть. Вот это искусственно, вот мне всегда было интересно, вот это вот было искусственное или настоящее. Потому что я никогда не видела пальм. Ай, главное, ничего, ни об чем не споткнуться. Такие красивые пальмы. Вон там другая пальма. Давайте ее просмотрим тихонько.
общем, здесь особо ничего, конечно, попасть. Вот здесь такая же пальма, и вот такая еще одна. Это, мне кажется, вообще прям южная-южная. Здесь их 3-4, в общей сложности 4 пальмы. Вот. И, в общем-то, вы, может, еще увидите, как мы тут гуляем, потому что я не знаю вообще, когда мы обратно вернемся. У нас такой круиз, пока Лира у меня в гостях. Она приехала, у нас круиз такой в Сочи. Вот. Это ёжик. Жирный ёжик. Оригинальный. Бронзер. Давай, как рыбка. Почему она плывет задом? Просто задом. Так я тоже так. Рубинчиков зачем-то захотелось. Начала ковыряться в него. Она просто плывет задом. Да, да. Бедную рыбку зашугали. Я еще взяла молоко, но эти длинные. Чувачок, посмотри на меня, посмотрите, что у нее с волосами. После моря. Рыбку. Ну, что ты мне рыбу покажешь? И как раз таки в Сочи мы встретили свой первый рассвет. Мы с ним много разговаривали о дружбе и нашей школе, о прошлом. В общем, все, что было раньше. И легли спать только в 5 утра. На этом все. Всем пока.